Всем привет! Так, новый день, новый влог, и сегодня 31 декабря 2023 года. Сегодня будет Новый год. Покажем вам все. Я уже, кстати, дома сделала и рыбу под шубой, и оливье, еврейский салат, утку. Девочка, привет! Утку замариновала, все-все наготовила. Мы сейчас решили выйти погулять немного. Ну, нам еще по делам надо сходить. Решили погулять. Вернемся, буду запекать уже утку. Но она принципиально не хочет ходить. Яна не хочет в ботинках ходить, да. Все? Я вам все приедем, покажу, что мы наготовили. Интересно, придется ли сегодня Дед Мороз или нет. Мы объедились, потому что мама с папой ничего нам не купили. А при чем здесь мама с папой? Подарок должен быть от Деда Мороза. Будем показывать вам, что тут будет ночью происходить, какая. Как Дима называет это? Вакханалия. Если бы папа ушел, а дедушка Матрос не ушел бы папа, а дедушка Матрос бы нас обидели, пошел бы, мы бы по две прикрыли. Так, ну вот посмотрим, придет в этом году к вам Дедушка Мороз или нет. Тише, мы уже дома, уже все свои дела поделали, шампусик уже себе налили, сейчас берем. Да, мы решили столик не накрывать, потому что у нас маленькая Лизонька, она вечно все со стола смахивает, поэтому мы сделали легкие фуршетики себе здесь, бутеры с икоркой, такие канапешки с креветкой, с мидиями, с красной рыбкой, рыбка под шубой, оливье, у меня нет салатника, и еврейский салатик. Еще в духовке у меня запекается утка. Будет через 2 часа. Но мы уже начинаем отмечать Новый год. Да, Елизавета? У нас еще вот такой вот тортик. Это он такой и продается. Замороженный, его надо размораживать 6 часов. Уже, в принципе, готовый. Вот, у нас, если поставить столик, Лиза все-все стянет. Поэтому у нас такой... Да. Фуршет. Дети, балкон открытый нараспашку. Что это? Кто открыл балкон? Настя, закрой, пожалуйста, балкончик. Смотри, там дым идет оттуда. А может быть, это Дед Мороз начинает подарки разносить? Я не знала, наверное. Смотри! Смотри! Что там? Не, это Сережина, наверное. А ну-ка, Настя, это... мне кажется, вон, смотри, девочки, показывайте. Вот! Я не знаю, Настя, я не покупала. Вы видели, мы не покупали ничего. Ну, откуда это? Я не знаю, Дим. Сейчас открою, можно? Можно? Ух ты, часики! Я давно хотел в часики. Смотри! Что там? Почему? Я не знаю. А, это швейное что-то? Не знаю. Открывай сейчас. Сами открывайте. Нет. Кто это подарил? Смотри еще. Нет, я же помню, там вы не покупали. Вообще же магазин. А где вы взяли такое? Это не мне. А откуда? Я же давно не штана в шестов. Так откуда это вообще все? Вы что, себя хорошо вели? Да! Настюша, а что у тебя там показывают? Вот это смотри! О! Смотри! Показывай! Часики! Вот это дела! Кошмар! Опять ногти! Волосы красить! Настя, помада. А это для чего вообще? Помада губы красить. А, это знаешь, на что похоже? А? На стирачку. Нет. Мама, она хочет мои носки. Она хочет твой носки на двадцатку. Настя, твою двадцатку. Дай, Пепсо, дай. Все, давай. Так надо же включить их, подожди. Настя, тебе тоже что ли еще и часы? Больше, только раз.
розы? Мась, не сильно ли много? Дед Мороз вам преподарил. Не знаю. Сережа, а у тебя что? Сережа, магазин открытый. Да. Не надо большой, на какой магазин еще? Нет. Лиз, а тебе Лиза. Что? А тебя? Ой, а ты, наверное, себя плохо вела, да, Лиза? Кричала много. А как его открыть? О, тропа! Подожди, тропа с меня. Это же вот эта машина по индубине. Все, Сережка, а я сейчас себя готова. Смотри. Что это? Настя, тебе сейчас и сделать? Да. Настенька. Ложь. Как? Тебе смотри. Ничего не подарил Дед Мороз, потому что ты плохо себя вела. Вон, на самом деле, черепашка. Папа на ней ногу держит. Смотри, мам. А что это такое? Это яйцо какое-то. Поднюхай. Ага. Липкое еще такое. Ага. Не надо Лизе его давать. Вау. Мы же никуда не ходили сегодня. Ну это не мы. Вы же видели, это да. Не мы. Настя, Лиза ковыряется в твоих подарках. А вот. А что это такое? Ну, откуда я знаю? Мама, она сейчас будет есть твоя крыса. Тебе я буду за нас как-то... Смотри, да? Там же есть чек. А! Можно я тебе еще забуду? Какой Дед Мороз забыл чек убрать? Мама, тебе я буду... А что блин, какой классный трансформер! Да? Я тоже такой трансформер хочу. Серёг, будешь делиться? Дим, Дед Мороз этот, даже чек оставил. Да? Представляешь? Блин, как... а что с ним надо делать? Смотрите, сначала надо пожмять. А, вот если он загрязнится, то надо будет такую... Лиза себе помаду отжала. Она хочет её по это? А можешь мне дать? Такое всё красивое. Ногти Лиза. Какие. Будем сейчас клеить ногти. Блин, ну как-то мне страшно после а первого что? Раза. Ой, такие Мяч. Часы красивые. Ага. Сереж, покажи свои часики. Я неправильно одел часы. А. Вот. Вверх ногами, Сереж. Блин, ну вот так вот или как? Нет, сейчас папа тебе поможет. Ты уже машинку достал? Показывай. Да. Так кто это подарил? Да я не знаю. Тебе помочь? Нет. Настенька, покажи. О, смотри. Покажи, покажи. Сейчас. Ой, какие красивые. Папы красивые, у Насти красивые. Покажи, покажи часики. Красивые. С котиком такие. Вот. Правда, я не умею. У нас уже темно. Он уже темно. А я уже запекла утку. Мариновала ее, кстати, в апельсинах. Утка. Ой, гуся. Гусь в апельсинах маринованный. Зажарила картошечку. И сейчас у меня там запекаются фаршированные шампиньоны. Это у нас еще остались бутербродики. Посмотри. Салатик. О. Так. Вот чуть-чуть вот фаршированные шампиньоны сейчас будут. И будем кушать, отмечать Новый год. Пить у нас есть 100% ананасовый сок. Так что Новый год к нам мчится. Оливье уже убрала в холодильник. Рыбку под шубой тоже, думаю, никто не будет. А вот этот салат еврейский будем кушать. Тут тертый сыр, майонез, яйца, чеснок. Вот так, приятного нового аппетита. Все, с Новым годом! Мне вообще тут не видно салютов. Ой, Лизонька напугалась. Сейчас бегу к Лизочке. Мои ушли смотреть на салюты. Сейчас покажу и быстренько бегу. Вот. Бегу за Лизой. Лиза, с Новым годом! С новым счастьем! Да, Лизонька? Стоим тут, видим. Только что такой красивый салют здесь прям был. Где-то Настя с Сережей вышли. Ой, вот. Лизоньки не видно. Опа. Ой, Лизочка. Лизочка смотрит, так нравится. И она улыбается.
на балкон, тут везде стреляют. И с этой стороны, и с той стороны. Ой, она смотрит, смеется. Вот салюты везде, кругом. Не знаем с Лизой, куда бежать. Да, да. Ой, ничего не видно, да? Все везде громыхает, стреляют. Он зажигает. Ой, полетел. Так, дети уже вернулись, а говорят, там ужин, что происходит. А я видела, там и в окно. Смотрите, какой красивый. Ой, Лизочка. Мама, какие ты там под машину попала? Я бы здесь праздновала. Ой, как красиво. Мам. А вот это, слышишь? Это прям в окно, да? Из автомата стреляют. А. Здесь пистолет.